отлично у тебя получилось! За мной! У нас еще много работы! По крайней мере, тут она нас не достанет. А, что происходит? Окей, не двигайся. Так, хорошо, у меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Фух, темно тут, правда? Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал. Всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет. В обычном смысле слова. Осторожно, осторожно! Стой, осторожно! Да, я включу свет для тебя. Выглядит опасно. Я подержу свет. Отличная работа! Сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. И извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Тут нам надо расстаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Вон там есть другая стена. А, да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой... фольклор. Красочный. Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Удачи. Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Конвейер исправления турелей не аттракцион. Покиньте конвейер. За мной! Тебе понравится! Почти пришли. Вуаля! Контрольный центр турелей. Спасибо большое. Иди сюда и посмотри в окно.
Видишь там сканер? Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Готово. Открыто. Отлично. Достань эту турель. Отлично, дав вас работу. Образец отсутствует, продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. Что у тебя там? Что ты... О, супер, это супер! Образец принят. Если нам повезет, образец. Она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Ха-ха, классика. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Образец. Отклик. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось оттуда. Займет минут 10. Поглядывай на дверь! У меня это патроны. Сложная дверь попалась! И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Вулкан и сколы. Да, это не картофельная батарея, скажем прямо. Хотя и не особенно оригинально. Определенно не оригинальное исследование даже по меркам детской науки. Растения проросли прямо в потолок. Тут все наверняка заросло картошкой. Ну, хоть с голоду ты не умрешь. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подбодрить. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так. Я знал, что мы правильно идем. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Ха, наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле. Симуляция. Но для них она, наверное, как настоящая. Боюсь, что дверь заперта. И я не вижу способа ее взломать. Наверное, механизм. О, какой большой лазер! А, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась, пойдем посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся, для меня это не проблема. Можешь отдохнуть, пока я работаю. Самая сложная часть в любом взломе — сообразить, с чего начать. Что ж, приступим. Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Он все еще падает, не останавливайся. Получилось! Уровень нейротоксина 0%! Да! Погоди! Внимание! Уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки.
Так мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Огромное место! Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры! Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Наверное, токсина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда! Иди к ней! Я тебя найду! Ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Я говорю! Это мой шанс! Это проблема! Только не это! Только не это! А вот и я! Нацеленный заряд! Это нехорошо! О, ты без дела не сидела. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг. Смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. Ты смеешься. У меня идея! Сделай, как сказано, подключи меня. Сменный модуль принят. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль, вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она готова. Нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана. Да. Вытащи меня, вытащи меня! Уполномоченному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Вытащи меня! Не отключай! Иди нажми ее! Не делай этого. Да? Не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Безвыходная ситуация ликвидирована. Пожалуйста, жмите спасибо замены модуля. Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь. Очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно? Убери от меня руки. Нет, хватит. Нет. Ух ты! Ты только взгляни на меня! У нас получилось! Я контролирую весь комплекс! О-хо-хо-хо-хо! Вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах да, лифт наружу, сейчас вызову! Ну вот, лифт вызван! Ха-ха, только посмотри, какая ты маленькая отсюда! Крохотная и незначительная! Я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но чтобы так круто! Слушай, теперь я обалденно умный!
Это усандо это супер, это все де форма инкорректа. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах да, лифт, извини, я все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделал это! Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет, нет, нет. Не думай, что я тебя не раскусил, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. А! Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю! Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь! Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А? Смог бы дурак?